это у нас улица большая, да? Поворот налево на Демьяна Бедного с улицы Большой. Перекресток занят, мы стоим на стоп-линии. Вот светофор замергал, заморгал, мы стоим, курим. И не двигаемся, пока не разрешит нам это сделать зеленый сигнал светофора. Пока стоим, знаем, что мы будем поворачивать налево. Посмотрите налево на перекресток, вот откуда вот выезжают машины. Посмотрите, что там сразу пешеходный переход. Соответственно, там знак 40 установлен, ограничение скорости. Поглядываем на светофор. Нам разрешенный. Мы что делаем? Выпячиваемся сюда. Наша основная задача — пропустить тех ребят, которые едут в три ряда. Вот. Левее от нас, получается, есть выезд. Но у них нет светофора, у них есть уступить дорогу. При любом сигнале светофора они всегда будут уступать. На них мы не обращаем внимания, но поглядываем. Я как-то чуть одного не стукнул там. Вот. Стоим, ждем. Если будет окно среди машин, мы проедем. Если не будет, мы дождемся мигающего и поедем. За машиной не очень видно, значит, вообще стоим и ни на что не надеемся, только на светофор. Светофор замигал, мы убедились, что машина останавливается, вот одна проскочила. Смотрим. Пешеходов нет? Нет. Знак 40 установлен. Двигаемся со скоростью 40. По идее, знак «Главная дорога» отменяет это уже действие, типа поворот там, перекресток. Ни хрена это не перекресток, имейте в виду. Двигаемся дальше. Двигаемся. 40 км в час. По улице Демьяна Бедного, как вам удобнее. Опять смотрите, главная дорога и жилая зона справа установлена, табличка. Значит, двигаемся опять же со знаком 40. Вот слева перекресток и попой к нам знак повернут. Главная дорога. Здесь мы уже можем двигаться со скоростью 60 км в час. 100% команда вам будет. Вот 100% знаю, на этом участке вам скажут на перекрестки регулируем, повернем направо. Сразу смотрим таблички, знаки, что мы видим. Движение прямо по правой полосе и направо. Включаем поворотник. Мы двигаемся по главной. Вот эту красненькую машину мы не боимся. Здесь 90 градусов поворот. Притормаживаем. Выезжаем, потом газуем. Двигаемся. Обращаем внимание, что машины будут выезжать, ехать, тупить потом. Специально как будто нас подождали, учеников, и выехали. Но мы же водители, всем надо, мы понимаем это. На этом перекрестке он, кстати, нерегулируемый. Поворачиваем налево. Вот милицейская машина поехала направо, им разрешено. И мы налево можем поехать, нам тоже разрешено. Но опять же, здесь, видите, сколько машин едут по главной дороге. Вот справа у нас светофор пешеходный, он загорится, слева табличка стоп. Где был поворотник, перестроилась? О, выезжай смело. Дело весело. Опачки. О, ништяк, почувствовал, как это бывает? Вот сама, да, когда я говорю перед поворотами, аккуратненько, да? Соответственно, машина останавливается слева от нас по ходу движения в сторону центра города. Мы смотрим, пешеходов нет. Пропускаем ребят с главной дороги. Смотрим направо, смотрим налево. Выпячиваем свою машину. И мы должны держаться ближе к встречке. Вот наша полоса. Вот она. Раз. Теперь смотрим. Машин нет в зеркале. Выкручиваем руль, соответственно, не сильно. Включаем поворотник и поехали. Вот. Вот вам и сложности все. Кто слушал, тот молодец.